Что самые востребованные гортензии вообще, чтобы вы знали, это метельчатые, это ванила фрайс, это санди фрайс, это вот наш русский сорт в Самарской Лидии. И эти сорта самые дорогие. Так вот, если вы в Белгороде это посадите, не забывайте, там эти в черноземье посадите, и там часто щелочные почвы, то обязательно надо подкислить верховым торфом. Вот. И в этом случае вы получите эксклюзивный результат, на юге она еще больше может вырасти. И из одной палки, которая себестоимость, согласно предыдущей таблице, доходит до 3,5-7 рублей, то вы сможете это продавать в круговую по 50 рублей. И на 10 тысячах вы сможете, создав 10 тысяч, вы сможете по 50 рублей продать. Это ваш доход, который вот он здесь и сейчас, вы сможете его сами формировать. Хотел бы показать, как делаются. Смотрите, стационарные, это обычно из плоского шифера и ограниченные теми или иными, лучше железными конструкциями, либо трубкой, либо профилем, плоский шифер, чтобы не портилось ничего. Вот это для засыпки, соответственно, субстрата. И переносные, это сразу квадратная профильная труба, вот, на ней наварены круглые, чтобы поставить арки таким образом. И это переносные, вы можете двигать по любой части своего огорода. Вот. А это стационарные, соответственно, один раз поставили и все, ими пользуйтесь, чтобы вы понимали, как это будет, как это делать. Дальше вы видите дугу непосредственно из проволоки, и дуга покрывается полностью укрывным материалом. Внутри запускается трубка с поливом. Вот вы видите детально, как это делать, и вот сразу представьте свой вот этот небольшой огород, там в 10 соток, в 20 соток, это ваш может быть очень классный бизнес. Вот дерен белый элегантиссимо непосредственно уже в августе уже поднимается, начинает расти. Здесь как раз полностью порядок действий для того, чтобы получить нужный продукт и чтобы быть успешным. Поливы, очень важно понимать, что нужно поливать, когда черенки без корней, это одним образом поливаем достаточно много. Но когда черенки дают корни, влажности столько уже не нужно. Вот. И, соответственно, мы уменьшаем чуть полив, ну, конечно.